Подписанный ранее меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разведке и разработке углеводородных ресурсов месторождения Дослуг в Каспийском море является прецедентом для строительства интерконнектора в Каспийском море. Об этом в ходе подкаста «John Bachelor Show» заявила старший советник по энергетике Американского фонда защиты демократии Бренда Шафер. Подписание меморандума о взаимопонимании – действительно важное событие для региона Каспийского моря. Это правильное решение начать совместную разведку и добычу на месторождении. Данный проект также является прецедентом для строительства интерконнекторов. Возможно, не полного транскаспийского трубопровода из Туркменистана в Азербайджан, а внутри каспийского трубопровода между месторождениями, что может способствовать выходу туркменских углеводородов на западный рынок, подчеркнула Шафер. Отметим, что месторождение Дослуг с богатыми запасами нефти и газа, расположенное на морской границе двух стран. Ранее Азербайджан называл Кяпазом, а Туркменистан Сардаром.